Сегодня мы опять на горнолыжке с двумя замечательными моими друзьями, с которыми я не виделся уже с 15-го года. Вот это Алексей, он, кстати, занимается очень профессионально многими вещами, но в основном велосипедом. А это он не любит, чтобы его показывали. Но очень любит разговаривать по телефону. Да. Ну, а меня вы знаете. Так, сегодня у нас, в общем, катка. Мы покажем вам всякие... Кстати, сегодня будут классные кадры по катухам, потому что я немножечко оборудованием заморочился и взял с собой селфи-палку и разные ракурсы. Короче, смотрите, будет прикольно. Ну, и вы увидите сегодня просто горнолыжку Манжерок, как она выглядит. Это самое интересное. А в следующие выходные, ну, загадывать не будем, но очень хочется показать вам горнолыжный комплекс Телецкий. Так что те, кто хоть немножечко увлекается горнолыжным спортом, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Смотрим, музыка играет, все классно. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака, и солнце свет нам с тобой не поймать никогда. Наш мир убогий, в нем нет ни капли души, везде пороги, ну а ты не сдавайся, дыши. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака, и солнце свет нам с тобой не поймать никогда. Наш мир убогий, и в нем нет ни капли души, везде пороги, ну а ты не сдавайся, дыши. Ты почему отбился от стаи? Волк! Я прям маячу вниз, смотрю уже. А что мне? Подниматься надо. Ну да, да. Ты главное, я такой еще спрашиваю, туда? Куда? Я такой хоп, а ты чух, и все, и вот так. Вроде когда ехали, поднимайся, так понял еще раз. Фу, не, круто, ребят. Сколько мы раз мы примерно скатились? 10? Я не считал. Я тоже не считал, я просто примерно. 12 минут, сколько подъем? Мы успеем подняться здесь до самого верха и все. А там перекатиться, ну, может быть, но вряд ли. Перерыв на 2 часа, сейчас будет ретрачиться трасса и потом вечернее катание, ура! Мы тут проходом сразу в машину. Доску бы оставить. Ну что-то я... Очкую? Ну, свою красавицу. А где ее оставить? Тут, ну, есть место, ну, ячейка? Нет, чисто просто. Ой, да нет, так я не хочу. Я тоже свою красавицу не хочу так оставлять. Это Бёртон? У тебя тоже Бёртон? Может, Бёртоны? Не Бёртон. А у тебя крепкий Бёртон. Так, друзья, ну все, теперь мы, в общем, сейчас поедем, поедим, покажем чего-нибудь. И потом опять кататься. А ты что там газуешь? У меня сейчас камера упадет. Она начала тебя снимать. Фиксируется на мне. Она определяет, кто самый красивый. Да, видишь?
Она не обманывает. Два часа пролетают здесь вообще в секунду. Ну а ты сам-то до 10 хотел? Нет, как скажете. Ну, если мы до 10. Мы будем полчаса идти опять до подъемника. Если мы будем до 10, то мы приедем домой в час ночи. Вот грильница. Да, я он знаю, ищет класс. Разделительную полосу. Ты что, боишься? Боишься, что ли? Да, боюсь. А что, не стоят? Ну, вдруг камера. Ну, вот здесь посмотрим. Все, приехали, Олег. А есть том-ям, да? Чай еще, отлейте. Ты даже у тебя сядет, так? Задареет. А я новый поставлю. В общем, друзья, у меня претензия. Время? 6:16. Нас не запускают. Что скажешь? Это печально. Это очень печально. Вот сколько народа ждет. А, да, мы поели, ну вы видели. Вкусно, очень, кстати. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Лифтолук, парни, прокатились, супер, все понравилось, отлично. О, хоть я себя сегодня хоть сниму вот так в полный рост, смотрите. Я, кстати, в этом костюме очень сильно похож на спасателя со склона. Ладно, еще пару каток, и мы домой. Благодарю вас. Все, давай, сходим с вами. Все, дружище, давай. Не смотрит. Все, братцы, наверное, уже на этом мы сегодня и закончим. Увидимся с вами теперь на теле... А, нет, ну, увидимся на стройке. Все, всем пока. Пока, было классно, мне все понравилось. Не закрыл. Закрыл. Все, всем пока.